В общественной приемной «Единой России» состоялось заседание Политсовета. Его провел глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии Владимир Волков. Прошло на высоком... Участники встречи подвели итоги избирательной кампании президента России, утвердили план работы на ближайший период, а также подготовили и согласовали ряд мероприятий по взаимодействию с активом партии. В рамках года первичек «Единой России» члены Политсовета, депутаты Госдумы, Мособлдумы и местного совета депутатов проведут встречи со всеми первичными отделениями партии в городском округе Люберцы.